Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала «Сад чудес». Вновь на даче, потому что дела не отпускают и дают закончить пока сезон. Да у нас стоит плюсовая температура, сегодня нет дождя, и поэтому я со своими палочками для скандинавской ходьбы дошла до дачи. Розочки у меня сверху прикрыты от дождя, но не закрыты полностью, потому что сейчас у нас плюсовая температура, и пока не установится стабильная минусовая температура, розочки с панбонтом я укрывать не буду. Но сегодня я хочу поговорить об инфекционном ожоге для стеблей розы. Вот видите, у меня вот побег. И вот этот побег, они заболели. Эта розочка у меня перенесла инфекционные ожоги. Или он иначе называется стеблевой рак. Поражающие побеги роз, зимующие под укрытие. Вот они обычно и поражаются, которые вот под укрытием от сопрелости. Возбудитель грипп, который особенно опасен для теплолюбивых роз. Симптомы болезни проявляются весной, после снятия укрытия, до их обрезки. На стеблях, в основном в нижней части, появляются коричневые или сероватые крупные пятна с красно-бурой окоемкой. Потом эта окоемка проходит со временем. Пораженные места подсыхают, кора растрескивается, образуя ранки и язвы. Разрастаясь, пятна постепенно опоясывают ветви, а затем и вся выше расположенная часть ее погибает. Споры гриба образуются в виде многочисленных бугорков на тех местах, которые поражены уже болезнью. Развитие возбудителя начинается задолго до вегетации. Укрывать розу после первых заморозков, поэтому рекомендуется. То есть, как можно позже, чтобы растение проветривалось, не прело и возбудитель не распространялся. Если весной будет жаркая и сухая погода, то это сдерживает развитие болезни. Заражение происходит осенью и весной через ранки. Распространению инфекции способствуют дожди. Для этого, чтобы кустик у вас был здоровый, надо, конечно, будет вырезать те ветви, которые заболели. А осенью, вот я уже повторяла несколько раз, нужно растение обработать от инфекции. Я обрабатываю 5% бордоской жидкостью. Весенний период химическая защита малоэффективна, поэтому все делается с осени. Вот с осени сейчас обязательно розы перед укрытием надо обработать. Я уже обработала бордоской жидкостью. Вот те, которые у меня укрыты мешками, я уже их обработала бордоской смесью 5%, очень густой, и больше я не буду их обрабатывать. Они у меня от дождя покрыты, веточки, дождь их не смыл. В общем, они так уйдут в зиму. Вот обязательно нужно осенью обработать от инфекции, особенно в нашей полосе Подмосковья, и особенно вот такую сырую осень и сырое лето, то инфекции, конечно, много у нас на растениях, и я все обрабатываю. Вот этот кустик мне надо теперь обрезать, я его еще не закрывала ничем. Основная доля защиты растений от заболеваемости — это, конечно, осенняя обработка, правильное укрытие. То есть пока минусовая температура не установится, не закрывать ее спанбонтом. Я не стала закрывать даже сверху, хотя, конечно, это легче сейчас бы сверху укрыть и сделать для проветривания отверстия. Но я это не закрываю, потому что сейчас идут дожди,
испанбонд у меня опять намокнет и уже уйдет в морозы весь мокрый. Я хочу уже укрыть сухим, когда будет минусовая температура. И когда не будет уже оттепели, не будет тепла, тогда я укрою. Но все равно, наверное, пока до больших морозов я оставлю, конечно, отверстие, чтобы она продувалась. Все болезни, конечно, от того, что плохая проветриваемость и влажность, которая сейчас больше, чем надо. Поэтому все оставляю открытым, все проветривается. И вся эта неделя у нас теплая, поэтому эту неделю в Подмосковье у нас тепло, поэтому эту неделю я точно ничего не делаю. Ну, а дальше смотрим по погоде. У меня розы высокие, сильные. Посмотрите, какие стволики. Какие они толстые. В диаметре, наверное, 3 сантиметра. Это у меня плетистая. Тут плетистая у меня, флорибунда и чайно-гибридная. 3 розочки. Укрываю мешками, потому что от дождя, во-первых. Во-вторых, потому что не рвется так сильно спанбон, которым я буду укрывать. Спанбон начинает цепляться за веточки. Розы большие. Веточек много. Я, хотя их связываю, конечно, но все равно есть, которые цепляют спанбон. И быстрее выходит он из строя. А так у меня хватает на несколько лет. Фиалочки продолжают цвести. Им холод, вероятно, нравится. Такие зелененькие стоят. Но гвоздичка уже, конечно, зелененькая, но цвести не хочет. Уже ей холодно. Она у меня куплена в Леруа Мерлене была вот этой весной. Поэтому я, наверное, ее укрою немножко на зиму. Примолка тоже цветет. Ну, а только тепло это недельку. Потом будут морозы, и вся эта красота закончится. Такие инфекционные ожоги могут быть и на малине. Поэтому малину я тоже обрабатываю бордоской жидкостью. Розочка, посаженная в августе, видите, уже укоренилась, дала хорошие отросточки. Вот она у меня под баночкой сидит. Но крышку не закрываю. Крышку я не закрываю. Кладу сверху камушек. А затем спанбондом укрою. Вот таких тут много у меня. В общем, да, они все уже укоренились. Ну, под баночками продолжают сидеть. Всего доброго, мои дорогие. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь с колокольчиком. И я отвечу на все ваши вопросы. Пока, пока, пока.